Это так. 16 тысяч хетских солдат стоят лагерем около Кадеша. Но неясно, зачем. Хетых, чего я не хочу, так это сидеть здесь и ждать, когда армия хетов появится возле стен дворца. Идемте. Да или нет? Это не ясно. Но ясно другое. Со знамениями. Великая Сехмет, фараон пьет в твою честь и мог... Если увидишь, что в битве мне угрожает опасность, скачи в другую сторону. Я серьезно. Глядя на вас, я все еще вижу мальчишек, выросших вместе, как... Мой у тебя. Верно, я так и хотел. Чужой меч для защиты чужой жизни. Обещайте это помнить. Всегда. Тех будет в резерве. В резерве? Да. Мы должны сосредоточиться в центре. Сосредоточься на махании мечом. Оставь командование мне. Моисей, что там произошло?
Ничего. Военачальники говорят то же самое. Они мне лгут. Я устал от этого. Ты спас моему сыну жизнь? Да. Сядь. Одного спасибо недостаточно, но... Спасибо, что ты не мой сын. Да. Ты не можешь наследовать мне. Обычным способом. Никаким не могу. Никаким из вообразимых. Ну и пошли в наступление. Меня окружили враги, рядом не было ни военачальников, ни простых воинов, ни щитоносцев. Мне предстояло вести отчаянную борьбу за жизнь. Но благодаря помощи богов я одолел нападавших. Пифон. А что там? Ситуация с рабами. Хорошо. Рамзес. Что? Отправляйся туда, во всем разберись и составь отчет. Я поеду к наместнику. Нет. Я поеду. Это не по рангу. И тебе тоже. Я поеду. Рамзес. Отменный бросок. Даже если боги направляли твою руку. Добро пожаловать в Пифон. Вы привыкнете к запаху. Наместник, судя по всему, ни в чем себя не отказывает. Немногие готовы выполнять эту работу. Определенный уровень комфорта необходим, чтобы не падать духом. Увеличение рабочей силы. О, нет, разумеется, нет. Это, конечно, хорошо для экономики, но до определенного момента. Но когда они жаждут твоей смерти, тогда это проблема. Поэтому либо я получу больше солдат для поддержания. Поговорим с ними. Зачем это? Я понял, что вы боитесь мятежа. Выясним, насколько оправданы ваши опасения. Поговорив с ними? Посмотрев на них. Когда я буду говорить... Что означает израильтянин на их языке? Да. Тот, кто сражается с Богом. Тот, кто борется с Богом. Это не одно и то же. Я, возможно, не так образован, как вы, о чем вы напомнили мне. Но я ежедневно... За что он наказан? Он неисправимый смутьян, мой господин. Почему же он улыбается? Он говорит, что не чувствует боли. Тогда зачем же бить? Хотел видеть старейшин. Скажите, о чем вы молитесь? О том, чтобы снова увидеть Ханаан. Ханаан? Снова? Вы не видели его. А я видел. Я знаю, что там живут племена свирей. Он ошибается. Вижу, я не убедил тебя, а это очень плохо. Поскольку за неразумными верованиями лежит фанатизм, а за ним волнение. Запишите его имя и всех остальных, и приведите следующую группу. Меня зовут Навин. Вижу, ваше приключение закончилось благополучно. Извините, что снова заставил вас ждать. Я не жду. Как прошла ваша встреча? Одобрено ли это? Есть ли подтверждающие записи? Конечно, записи есть. И вы не против проверки? Конечно, я не против. Но я не понимаю, что случилось. Я чем-то не угодил вам? Если так,
и мед. Могут они подождать снаружи? Мы не опасны. Ждите снаружи. Садитесь. Кто твой отец? Начальника не было. Женщина, которую ты называешь матерью, не имеет детей. Ты родился рабом. Не уходи, не уходи. Тебе же лучше, если я уйду. Не ухожу. Если... В год твоего рождения было пророчество, что наш предгнуть. Так был хоть какой-то шанс. Они отдали тебя твоей сестре. Она... принесла тебя в корзинке на берег реки и пустила ее по воде. Она знала, что там совершает омовение дочь фараона. От всех правду. Ты еврей. Правду. Правда в том, что это не очень хорошая история. Но мне говорили, что ваш народ отличные рассказчики. Эй! Что-то помимо этого, мы не откажемся. Я вас награжу. Я вам сохраню жизнь. А? Это лучшая из всех наград. Прошу вас. Уйдите. Пожалуйста. Как все прошло? Мы можем... Мы внимательно изучаем городские архивы. Этот человек точно казнократ. Он... Печальный парадокс, к сожалению. Жаждущие власти лучше всех пользуются ею. Но худ... Нет, больше ничего. Каждое мгновение твоей вечной жизни. Еще. Вот так. Она высокая. Статуи должны быть такими. Это символы? Символы чего в данном случае? В этом... Мы должны этим заняться. Приведите. Если пришел... Но только фараону. Мой совет, чтобы он и другие военачальники оставили нас. Серьезно? Это твой совет? Хм. Но ты не его советник. А. Выйти. Наместник. Ты не арестовал его. Ты не последовал совету главного советника. Сначала он
сообщил про нападение. Он признался, что это были еврейские шпионы. Ты знаешь, о чем я говорю? Да. И что ты думаешь? Это оскорбительно. И я думаю, что это нелепо. Рискую, не верю в это, Моисей. Как мне быть? Битя! Мама. Это... Гневные тирады. Обсуждать эту клевету значит придавать ей значение. Я не собираюсь. Отвечая на вопрос, да или нет? Я с тобой говорила. Приведите! Приведите ее! Срочно! Откуда ты знаешь Моисея? Но тебе это известно. Я помогала растить вас обоих. Ты не его сестра. Рамзес, не будь идиотом! Рамзес! Я не с тобой говорю! Я говорю с ней! Положи руку на стол. Спасибо, Мича. Слышишь? А может, ты ответишь на этот вопрос? Тогда я продолжу. Нет. Да! Да! Я видел его глаза. Он не верит в эту историю. И я не хочу верить. А ты хочешь верить, так как для тебя это шанс изгнать его. Ты об этом мечтаешь. Его не надо изгонять. Хиан, дай мне поговорить с матерью. Да, да. Каждый стал бы защищать служанку, которая ничего не значит для него. И уж, конечно, никто из этой семьи, включая меня. Я бы не сказала то, что он хотел услышать. Это неправда. Правда. Он был на тебе, когда я принесла тебя к реке. Я сняла его по понятным причинам. Теперь ты спас ее, Моша. Thank you.
меня нечего взять. Мой... Что вы делаете? Ты, жди своей очереди. Увидите своих. Продолжайте. Куда идешь? На восток. Что натворил? Вы о чем? Совершил преступление? Простите, ваша дочь перед ужином, если желаешь. И провести у нас ночь. А потом ты можешь продолжить свой путь. Спасибо. Опиши Мемфис тому, кто там не был и никогда не будет. Это... Не хочу сказать, что там культура, чтобы никого не обижать. Грубо. Я не невежда, хотя живу здесь. Я это вижу. Я одно тебе скажу. Тут, без сомнения, гораздо... Когда? Сегодня? Этих клятв вы объявите всему миру. Это мой муж, это моя жена. Ясь к твоей чистоте и верой в твою неугасимую любовь ко мне. Что бы жизнь не приготовила нам, я клянусь в своей любви. Что для тебя счастье? Где ты хочешь быть? Только здесь. Когда ты покинешь меня? Никогда. Начинай. Дворцом что-то не так? Он не готов. Осталось недолго. Я слышу это давно. А пока я живу как бедуин. Заканчивай. Хороший бросок, папа. Целься чуть выше. Почти.
запрещено. Кем? Нашим богом. Наш бог запрещает забираться на горы? Не на все горы. Только на эту. Ты смущаешь его. Я не хотел этого. Как мальчик может расти, не веря ни во что? А разве... Кто ты? Кто ты? Я пастух. Я думал, ты воин. Всё. Сражаться? За что? Я думаю, ты знаешь. Кто ты? Я сущий. Ты ударился головой. То, что ты видел, вернее, думаешь, что видел. Откуда ты знаешь? Потому что бог не мальчик. Но тогда, как он выглядит? Опиши его мне. Опиши его такому, как я. Ты понимаешь, что говоришь? Да. Это похоже. Это похоже на бред. Да. Был полностью честен с тобой. О чем ты? О том, кто я такой. О том, что я сделал. И кем я был. И что я чувствую. Что ты тут делаешь? Что это? А на что похоже? Идем. Зачем тебе все это? Что это означает? Не навсегда. Мы с тобой еще увидимся. Ты веришь мне? Молодец. Сохранишь для меня? Герсам. Герсам, посмотри на меня. Если ты понял это, я тоже пойму. Я не знаю ответа на твой вопрос. Я отрекусь от своей веры. Для того, чтобы удержать себя.
Отец, у тебя не найдется молока? Найдется. Откуда ты пришел? Со стороны моря. Чувствуешь боль? Спасибо. С возвращением. Аарон, твой брат. Со мной все хорошо. Ты спишь так спокойно. Ты поэтому подослал ко мне только двух убийц? Это мать. Не обвиняй ее. Она хотела твоей смерти. Кто спрятал твой меч там, где ты его нашел? Моисей. Ситуация здесь теперь стала гораздо хуже. Дела идут прекрасно. Как никогда, Моисей? Нет. У нас порядок? Порядок. Порядок. Им надо платить за работу, или освободи их. Они не египтяне. Они рабы, Моисей. А чего ты хотел? Они даже не будут знать, что делать, если их отпустить на волю, как... Просто да. Но я также не хочу услышать. Просто нет. Так что ты ответишь? Скажешь нет? Я не говорю нет. Нужно время. Время. Ты Ким. Да? Признаю свою ошибку, это требование. Он рехнулся. Он нашел Бога. Своего. Не наших. Итак. Итак, вперед. И... семью тоже. Моисей! Где Моисей? Это не Моисей. На простой вопрос, где Моисей, ответили, мы не знаем. Этой семьи окажется другая семья.
а через день еще одна. И через день еще одна. И, возможно, ваша. Ешо, используй камеру. Смотри. Его поражают в сердце. При небольшой численности врага нападают с фланга, перерезают артерию, несущую кровь к сердцу. Линии снабжения. Вынудить его принять наше требование свободы. Мы должны вынудить их, заставить его сказать «да». Да? Да! Да? Да! Собираешься делать? Где ты был? Считал твои неудачи. Война на истощение не быстрая. Но так уйдут годы. Целое поколение. Рабство. Но разве только я ничего не делал до сего момента? Я кое-что понимаю в войне. Но если ты не собираешься слушать меня, зачем ты увел меня от моей... Пока. Наблюдай. Недолго это продлится? Недолго. Ты был!
Хватит! Сделай что-нибудь! Это просто лягушки. Ее несет течение, она оседает в русле, и крокодилы ее взбивают своими неистовыми движениями. Это не только изменило цвет речной воды, но и загрязнило ее, что является губительным для рыбы. Но... Умирают? Умирают! А затем разлагаются. А затем появляются мошкара, личинки и мухи. А затем... Говори. Это на иврите. На иврите? Читай. Эти бедствия – дело рук Бога, и они не последние. Будут еще хуже. Мое предложение! Нормы рабов будут удвоены! И вы не будете получать солому для изготовления кирпичей! Возможно, ваш Бог обеспечит вас ею! Сначала это потрясло меня. Что с ним такое? Что с ним такое? Достигли больших успехов в медицине. Однако есть еще несколько заболеваний, которые нам непонятны. Этим заболеванием Скажи, ты давно была на реке? Я снова молила богиню Кипхут и еще шестерых богов. Наш урожай потерян на площади более 10 миллионов квадратных локтей. Главный интендант предложил, чтобы мы передали часть запасов в общее зернохранилище в качестве жеста милосердия. Выживут. Thank you.
Это ты? Я готов. У меня есть предложение. Если еще что-то произойдет, я нашлю свою казнь. Можешь не сомневаться. Говоришь, что это не ты все это сделал, а твой бог. Этот бог. Или я. Кто ты просил? Пока нет. Но его народ уже начал роптать. А его армия? Начнет. Не согласен. Надо, чтобы стало еще хуже. Те люди, с которыми ты не рос, их жизнь ничего не значит? Они все еще не твой народ, да? До тех пор, пока у Рамзеса есть армия, ничто не изменится. Но это похоже на простую месть. Не... с посланцем! Моисей! Я слышал угрозу Рамзеса. Я тебе скажу, что дальше произойдет. Моисей. Твои воины меня не тронули. Я больше не веду переговоров. Я не для этого здесь. Я пришел сказать тебе. И не объявишь публично об этом до захода солнца. Рамзес, прошу, не отворачивайся, послушай меня! Закат. Потом уже будет поздно. Что будет поздно? Береги свое дитя. Особенность. Моисей! Скажите всем, чтобы резали ягнят и метили их кровью дверные косяки вечно. Да?
убийца детей? Что за изуверы поклоняются такому богу? Мечтаете? Уходите! Как прошу прощения, но если мы собираемся взять в плен 400 тысяч рабов, нам понадобится больше войск. Надо отдохнуть. Нет. Только когда пересечем море. Придется идти через горы. Через горы? Нет. А почему не здесь? Рамзес тоже пойдет здесь. Говорит, горы. А мы пройдем? Туда! Уверены? А, да, я уверен.
Это прилив или отлив? Неважно. И что теперь? Армия, не армия. Нам нужен отдых. Я всех завел не туда. Я бросил свою семью. Я подвел тебя. Надо переходить здесь. Надо переходить сейчас. Переходим здесь. Переходим здесь. Да, но вы и не свободны. Вы забыли о Ханаане, о земле ваших предков. Вы меня наградили своим доверием. Ничего не бойтесь. С нами Бог! Вперед! Готовьтесь идти! Идем! С нами Бог! Передайте всем! Мы переходим здесь! Вперед! Поехали! Поехали! Вперед! Вот.
Йошуа! Аарон! Садись. Моя семья недалеко отсюда. Твоя семья? Моя семья. Пойди. Нам предстоит длинный путь и опасный. И потом, что будет там, если дойдем? Думаешь, нам будут мешать? Мы там чужаки. Но у нас одна цель. Сейчас, да. Но что будет потом? Рамзес великий. Гирсан. Ты сделала, что говорила? Что я говорила? Что откажешься от...
Кто они? Ты? Что самое важное в твоей жизни? Ты. Ты. Когда я... Ай. Если бы не был согласен. Это правда. Я это уже заметил. Ты не всегда соглашаешься со мной. Как и ты со мной. Я заметил. Никогда. Эти законы будут вести народ вместо тебя. Если ты не согласен, тогда отложи резец.